Что она делает? Она соседям закидывает снежки. Ну, ты же знаешь, что это. Давай выдумай. Всем привет! Мы только что со школы пришли. Кушаем семечки. У меня губа болит уже. У тебя губа? Не соленые. Тебе не болит? Нет. Соленые. Вообще-то я тоже в русском магазине купила, но тут почему-то не на русском написано. Интересно. Кучку целую. Чё ты смотришь? Кто-то за подарочками поехал? Да, смешно. Давайте. Да. Бонечка. Бонечка, 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 Бонечка. Вчера снега наелась она. Хотим кушать, хотим гулять. Снегурочка моя. Папа, голый мальчик. Давайте открывать. Пойдем подарки открывать. Пойдем. Где вы, девочки? Девочки, вы где? Будете открывать? Да. Давай. А что-то Каролины нет так долго. А что ее так долго нет? Нет, что-то. Ух ты, Ксюша большой. Сразу, на второй день. А может, и будет на пятый день большой? А что там на второй день, я не помню. Что-то... Да бомбочку. У меня же то же самое есть. Нет, у тебя розовая, а это фиолетовая. У тебя с розочкой, ой, у тебя с сердечком, а это с цветочком, дай. О, как оно пахнет. Вот такая бомбочка. Они такие красивые, что их потом жалко бросать в воду. Ну-ка, пахнет чем? Она очень вкусно пахнет. Давай, открывай. О, Маргарита, открой. Все, там Каролина приехала, отвлекла нас. Все, Каролина будет открыть. Каролина, в комнате у тебя твой календарь. А ты жук. Не захотел календарь себе? Сейчас бы тоже открывал. Там был киндер-сюрприз. Можно было киндер-сюрприз календарь взять. У вас, помнишь, да, был как-то раз календарь такой? Давай, открывай. Давай открывай быстрее. Дай пушки. Рви давай упаковывать. Знаешь, что это? Такая яркая. Я же хотела эту куртку. Ну как Мишка, мягкая. Она очень хотела, она ее видела даже. Пешка. В магазине когда была, она видела эту куртку. Но не знала, что купят ей. Давай, надевай. Я не знаю, с чем ты будешь ее носить. Завтра могу надеть, завтра придет фотография. О, непривычно тебя видеть в такой одежде. Ну, не знаю. Мама. Она пушистая. Она очень мягкая. Мама. Открывай. Это, да? Да. Цифра 2. Ой. Угу. Это помадки. Теперь не будешь забирать у Маргариты. У тебя свои помадки будут. Открывай. Это карандашики, да? Помадки, карандаш. А почему на второй так рано? Не знаю, что ждать, до конца декабря, что ли? Будешь сейчас ходить. Когда вы в школе фотографируетесь? Завтра. Ты в этом пойдешь? Да. У вас такая же будет общая фотография и одна отдельная. А как это одевать? Да, блин. Вот. Будешь красить теперь. Только аккуратненько, не как карандашики. Как Маргарита делает. Угу. Все? Нет, спасибо. Нравится?
Все, иди к себе в косметичку ложи. Где у тебя вся косметика лежит? Найди отдельную сумочку, чтобы она у тебя не валялась, где попала. Маргарита, снег убирай вот этот весь. Видишь, он уже очень мокрый. Еще, вон, смотри. Я его сюда буду кидать. А то вчера они прыгали тут, но не убрали. И мои руки мокрые, то есть перчатки. Я же не знаю, как это поставить. Не получается. Пролезет? Вот. Сейчас перчатки все намокнут. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Кто это там в окно кидается снегом? Сейчас. Там уже остатки снега. Ага. Остатки снега. Бонь, ты уже гуляла, все. Они там Что она делает? Она соседям закидывает снежки. Маргарит, ты что она делает? Ты зачем это делаешь? До соседей, до другого двора закидывать не надо. Хулиганка. Не надо стекло кидать. У Ксюши уже штаны короткие, она в них влазит зачем-то. Они такие короткие, надо новые покупать. Какая Ксюша красивая. Вау, смотри, круто. Иди-ка сюда. Посмотри, как круто, Ксюша. Чего? Классно, неоновым светится. Принеси свою куклу, она тоже неоновым светится. Только шапка, да. Неоновая. Тебя нужно так сфотографировать с ней, вы похожи. Я тебе сейчас пробку в рот ставлю. Давай, иди. Лампу? Ты сейчас будешь видео снимать? Так, Маргарита сейчас убирала комнату, она сняла уборку. Маргарита убирала комнату. Да. И завтра она будет ее наряжать. Да? То есть не наряжать, а украшать. А Ксюша будет сейчас снимать видео на свой канал. Мой канал лучший. Подписывайтесь. Конечно, кто бы сомневался. Лучший, там кто бы сомневался. Тебе не жарко в этой куртке? Ты уже вся горячая. У тебя спина горячая. Угу. Да? Она прям как это. Теплая такая вот тут особенно. Ой, сейчас соседи сбегутся все. Ее лучше. Закончила съемку. Сколько минут снимала? Это кто такой? Это что за хлебушек какой-то? Кто это? Какой-то панкейк? Да. Панкейк. Он поливает тебя. Еще шоколадом, да? Ему мало. Ну, ты его купила, что ли? Да. Бэби Йода. И Бэби Йода тоже купила? Да. А мы съездили за продуктами, немножечко закупились. Потому что уже неделя прошла после того, как я съездила в Германию. Вот, но в принципе у нас ничего такого нового нет. У нас всегда одинаковые покупки, поэтому даже не знаю, показывать, не показывать. Ну, короче, все то же самое. Овощи, фрукты, мороженое,
Яйца, хлеб, мандарины, бананы. Все то же самое, я думаю. Тут уже неинтересно вам будет смотреть. Если бы было что-то новенькое, я бы показала. Что ты делала? Смотрела сериал. Что смотрела? Сериал. Сериал? С собакой погуляла? Капусточка, морковочка тоже в холодильник. И хурма туда. А вот что я интересненькое купила. Видела? Формочка елки. Буду печь пирожок. И вот такие вот формочки. Я думала только одна, а тут оказывается две. Круто. Вот. Такие вот силиконовые формочки красивые. И купила вот такую вот смесь. Смотрите, вот она у нас уже получается готовая. Ну как, она уже там смешанная, там уже мука. Да, там уже мука, все есть. Нужно 3 яйца и сливочное масло. И все. И больше ничего. Сколько сливочного масла? 125 грамм масла нужно. И все. Это все взбивается. И в печку. Ну, формочки я даже не думала, что две. А вот тут написано две, а я не обратила внимания. Угу. По скидке они были даже. Будем печь. Джингл белл, джингл белл. Завтра? Ну, не знаю. Ну да, сегодня уже не буду. Вау. Прикольно? Давайте все, собираемся спать. Что ты делаешь? Давай волосы покрасим. Еще раз? Сейчас? Нет, не сейчас. Почему у меня мы завтра будем? Потому что сейчас время уже 9:30. Что-то у тебя вообще прямо не спускается вниз. Давай выдавай. Да! Я пошутила, они будут давить. Это опасно. Если я начну давить, они еще больше полезут. У меня живот болит. Уже выбрала, что наденешь? Да. А Ксюша тоже фотографировать? Да. Да? Да. Мне очень сильно тяжело. Все, готово. Зубы почистила? Нет. Маску когда будем с тобой делать? Вот это вот моя маска. Иди давай со своим. Ну блин, Маргарита, хватит. Булька и все. Маргарита, я тебя скоро боюсь. Я тебя бояться скоро буду. Вон, Ксюша, сделай. Да, блин, Маргарита. У нас... Не сумай! Бонни, помоги! Ты сумасшедший, спаси! Двое на одного нельзя. Мама! Не нужно сделать ничего. Да. Нет. Да. Нет. То огоньки уйдут. Нет. 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 У меня 37. Да. И все еще линии какие-то идут. На, сделай свой снэп. Снэпчат. И что, это обязательно нужно делать? Да. А какие звездочки, линии уйдут? Что такое? Здесь пока еще. Вы что-то там играете? 8, здесь 3, 15, 8, 14. Видишь, и все. Так это зачем эти огоньки? Не знаю, просто. И что вы делаете? Какие Берет, 40... Ёмик. Просто фотки выкладывать? Да. И что? И за это потом получаешь. А кто тебе выдает эти огоньки? Кто тебе выдает? Просто за фотки? Ту. Маме на Новый год новую камеру. А папе тоже новую камеру. И кто же новую камеру подарит? Папа, я. Экранчик откручивается уже. Вот, видишь, как переключается. Да, там шурупик упал. Упал шурупик, а не шурупик.
Шурупик. Шурупик. Шурупик. Шурупик. Шурупик. Отлетел шурупик, и теперь вот это вот экранчик, который переворачивается, чтобы себя видеть. Он это болтается. А этот шурупик, он где-то выпал, его не найдешь, потому что он маленький. И все. Нужно новую камеру, наверное, уже. Сколько у нас уже лет эта камера? 2 года точно? Да. 2 года. А может быть даже и 3 года. Да. Вот. Так, ты сюда садил. Давай выкладывай и спать. Сейчас папа будет ругаться. Выложила? Папа всегда ругает. Да, вот так он, например, может делать. Угу. И сколько в день нужно выкладывать? 1 раз можно. Потом получишь огоньки. Понятно. Я видела, в ТикТоке видела, там у девочки было где-то 1000 огоньков, потом она один забыла, потом все ушло. Да? Да, все уходит. Если один раз, если один день не сделаешь, оно все уходит? У нее было 1000? У одной было 1000, а у другой подружки там было 700. Потом все ушло. Это же... Лина. Она меня убьет. Кто? Бонни, нет, она только кусает. Бонни, все спать. Она меня убьет. Все, спокойной ночи.